Всем привет! Сегодня у нас 29, извиняюсь, 30 мая. Идет полный ход на заготовку сенажа. В данный момент трактор на сайте Гизон 7620 производит обводку сенажа рулонных плен для длительного их хранения. Обмотчик вешали на заднюю навеску, но в этом году проэкспериментировал, решили повесить на специальными щипцами, чтобы не проткнуть рулон. Извиняюсь, оговор. Спасибо за внимание и не забываем подписываться на наш канал, нашу группу ВКонтакте, ставить лайки. Всем пока!